ветераны, участники боев. Если вам тут Бог, от матери России, освященная Одесса, сегодня помянем здесь всех поименных наших дедов и бабушек, отцов и матерей, жен и мужей, братьев и сестер, и детей, которые погибли в бою. Поклонимся всем маршалам страны рядовых, поклонимся этим пламенным годам. Помянем всех минутой молчания. Расслужила, кто этот памятник возглавлял, кто все это организовал. Смирнов Исаак Николаевич. Дайте спасибо, что закончит учебный год. Еще раз праздником, Днем Победы. Стойте, так и не оборачивайтесь. Ну как вы сегодня? Все, форма есть. Форма есть, да? Как это? На 5 килограмм похудел. Кого бы еще поставить на эти самые? Немножечко показать, мы бы кассету принесли. А, что-то там, записать перевернуть. Пишем, все рассчитано. Все рассчитано, да? Кассету приносить? Нет, а просто не перепишем потом, если кому надо было. Понятно, дело. Не, а так у вас кассета есть? Есть. Все.
Воробьев тут где-то. А Воробьев нет? Да, да. А? Да, будет. Как там в школе жизнь, Галина Анатольевна? Да. Что, у меня интервью собрались брать? Да. Что, уже берем.